Несмотря на все послабления, правила санитарной безопасности все еще необходимо соблюдать. Пришло лето, жители стали забывать о масках и перчатках. Впрочем, как и о том, что сам вирус никуда не делся. До сих пор не снят режим повышенной готовности. Водители маршрутных такси и пассажиры обязаны применять средства индивидуальной защиты органов дыхания в виде масок и респираторов при проезде в общественном транспорте. За это предусмотрен административный штраф. Водители должны проходить обязательный медосмотр. В салоне каждой машины должны быть медицинские маски и антисептики. Средствами защиты сотрудников обязаны обеспечить таксопарки. Если руководство не позаботилось, водителю сначала выносят предупреждение, а после может быть наложен штраф от 1000 рублей, а самому перевозчику до 300 тысяч. Кстати, пассажиры тоже сначала получают предупреждение, а при повторном несоблюдении правил – штраф. Целью данного мероприятия являлась профилактика нарушений, совершаемых водителями, осуществляющих пассажирские перевозки. В частности, это автобусы, в том числе и рейсовые, да, следующие по регулярным маршрутам, и легковые такси. В ходе рейда составили 3 протокола по отсутствию средств защиты у водителей автобусов и такси. Сотрудники ГИБДД напомнили всем участникам рейда о необходимости тщательной санобработки салонов. Проверки теперь будут проходить регулярно. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».